Всем привет на 63-м стриме. Продолжаем проходить игру Lost Odyssey. Пятая часть. Так. И у нас там длинный-длинный текст сейчас будет в начале. Воспоминания, которые в тот раз я читать не стал. Привет, Тор. Еще раз. Сейчас я тут забыл наушники подключить. А, привет, Снап. В смысле, почему 63? Предыдущий же был 62-й. Или что, хочешь сказать, я что-то перепутал? Нет, ничего не перепутал. Вот. Ну, стрим. А, ну, не важно. Ну, вообще, 62-й стрим от начала, так сказать, стримерства. Так, где-то у нас тут гостиница была. Мне кажется, чат очень плохо видно на стриме. Или сойдет. Так, нам надо поспать. Лучше было, но сейчас недолго, в принципе, вернуть. Сейчас. Ну, на время этого, да, отключу, но все равно же потом надо будет включить. Так. Ну да, кстати, вроде бы получше видно. В принципе. Похоже на, ну не знаю, музыкальный инструмент. Так, а чего нельзя еще раз? А, вот. Правда, придется опять потратить 150. Ну, ничего не поделаешь. А, нету денег, да ладно. $20. Как так? Стоп, а как это? Я же вроде тут собирал. Или я после этого магазина же бегал. Я не могу, да? А, кстати. Dreams, да? Ага. Этот назывался... А, ну вот он даже выделен, понятно. Толкатив Мерсенари. А, нет, не могу. Не могу. Придется пойти что-то продать. Ч
конечно, муть продам и это... Ну или нафармить, ну как бы одно из двух. Ну несколько точно пропустил. В общем, да, два варианта. Либо пойти что-то продать, но не знаю, что продавать. Ну, а потом читать два сразу, мне как-то перебор. Так. Предметы у нас тут продаются. Сейчас нам надо-то всего 130, или там даже много. Так, мана. Антидот. Ну, а в следующий раз будет 103 подряд. Смотри, антидот, зачем он мне нужен? Я разве его использую? У меня же есть вроде бы как это... А, или нет у меня заклинания яда. Не, вроде было что-то. Могу продать, 50 золота получу. Ну вот, бомба. Ну и одну аквабомбу. Ну и все. Так, да, остановиться. А, тут 150. Итак, The Talkative Mercenary. Это как переводится? Разговорчивый наемник, да, или что-то такое вроде? Болтливый наемник. Так, убираю чатик. Блин, проблема. Монитор слишком яркий. Сейчас объясню. Ну, в общем, я еще на том стриме говорил, что у меня есть прога, которая через камеру переводит текст с экрана автоматически. Но засвечивает камера буквы все. Непонятно. Ну, то есть он не распознает. Печалька. Если бы было изображение такое яркое. Ну, она... А попробую через стрим с планшета, может так лучше будет. Так. Сам ты там пока, если можешь, переведи.
рампарцы, не могу понять, что это. Но они попадают к противнику. Это просто вопрос времени. Они будут... Не, хреново переводит. А, защита врага падет, это лишь вопрос времени. Ага. А, ну смысл такой, что они вроде как становятся сильнее. А, это смысл вообще всего или нет? Основная часть сил союзников уже дрон, непонятно. Но уже далеко от фронта. Только наемники вдали, позади баррикады. Их заказы защищать его до смерти. Это люди, которые прошли путь от боя. Ну, от боя до боя. Знаю точно, что это значит. Что-то я смысл вообще не уловил. Ну ладно, пойдем дальше. Думаю, там дальше понятнее станет уже. Смысл? Союзные войска сбежали, оставив лишь наемников. Они матеры и знают, что это значит. Не, в общем, это жесть, переводить через камеру не вариант. А, они оставили нас умирать, посмеивается тот, кого зовут Томой. They want us to buy time so the main force can pull further back. Не, он вообще меня неправильно понял. Ладно, короче, придется опять своими силами переводить. Я пытался голосом набрать. У меня произношение не очень. Ну, они что, хотят купить время? Ну, типа, это... А, они хотят, чтобы мы выиграли время, пока главные войска не вернутся с подмогой. Мы... Supposed...
А, мы предложили быть. Их счетами. Performing our final service for our employers. А мы должны быть и счетом, выказывая наши последние услуги нашим нанимателям. Его сухая какая-то там улыбка. Папери. А его сухой тонкий смех сотряс темноту. Каймс ничего не сказал в ответ. Другие наемники должны были собраться вокруг них в черноте. А Каем ничего не ответил. Иные наемники, собранные вокруг него во тьме, думали так же. Наемники ничего не сказали на каждом из поле битв. Они наемникам нечего было сказать друг другу на поле битвы, они могли быть на разных сторонах в следующий раз. Что-то типа в этот раз они защищали баррикаду. Да. Что-то мне вообще перевод не очень сейчас идет. В то время как это особенно
А, ну вас надпрём. Во времена как нынешние, тем более, когда они защитят баррикады от слабеющих атак противника, у них... А когда они защищают баррикады от слабеющих атак противника, у них нет лишнего времени даже взглянуть в лица друг друга. Кайм ничего не знал по поводу бойца по имени Тома. Его голос звучал молодо. Он, возможно, очень... Ну, новичок, наемник-новичок. Кайм ничего не знает о бойце по имени Тома, но это я же читал уже. Его голос был, звучал юным, он, скорее всего, совсем малоопытный наемник, но я так и перевел. Если человек становится болтливым перед лицом смерти, это значит, что глубоко внутри у него есть слабость, что не позволяет ему стать настоящим солдатом. Наемники с каждым каждой подсказкой. Давай, снап. Наемник, хоть с намеком на такую слабость, никогда не обманет смерть, но чтобы жить и увидеть, чтобы жить и увидеть новый день. По законам поля битвы, или это закон? Поле битвы, и такой человек, как Тома, может только учить этот закон в момент перед тем, как он потеряет свою жизнь. Ну да, он выучит этот закон в момент, когда потеряет жизнь. Типа ставим покончено, мы все умрем утром. Мы это я не знаю.
С нами покончено, мы все умрем к утру. У нас будет тихое возвращение, сказал он. Я не могу это вытерпеть, просто не могу. А, в темноте. Нет голосов, чтобы... Как это two second? Не понял. Ну да, как скажут они, а не сказал он. За предложение что-то не пойму. Google неплохо переводит, но все-таки, ну как бы, во-первых, туда долго вбивать. На вторых все равно бывают часто косяки. Я, кстати, недавно обнаружил, что Google очень неплохо переводит с русского на английский. Тора, как не вбивать? Я почитал бы. Никаких голосов. В секунду это в таком, ну когда такое настроение, типа никто не говорит, да? Поздно было толкать такие речи. В тот день, когда они стали наемниками, они понимали, что подписывают себя на смерть. Они продали свои жизни за мелкую монету. Это и есть жизнь наемников, ни больше, ни меньше. Эй, кто-нибудь слышит меня? Как много нас здесь? Мы все умрем вместе. Мы будем в отряде утром. Блин. Ну, Тор, насчет того предложения, так ничего, еще надо сделать скриншот. Потом кинуть его в программу распознавания, потом оттуда, если она еще распознает, хорошо, кинуть в Google, так еще программу эту ставить надо. А ты фейспалм ставишь. Не, ну в принципе меня такой перевод устраивает, и я, ну, как бы читаю и пытаюсь там, ну, как бы домысливать, исправлять. Но как бы снап твой мне все-таки нравится. Мы просто будем линии трупов утром. Не замолкай сейчас, ответь мне. Никто не говорит таких вещей. Не, Снап, ну тут тяжело.
Вместо того, чтобы... не помню. Вместо голосов тихая темнота начинает заполнять с ощутимым чувством досады. Не говоря ни слова, чтобы собрать на поле боя. Молча на борьбу с врагом. И также молча умирать. Я смысл вообще не понял. Это правило наемника. Называется эстетика наемника. Если такое выражение, если так можно выразиться. Но Тома взял на себя, решил отказаться от эстетики. А, безмолвно собраться на поле боя, безмолвно воевать, безмолвно умереть. Вот как, ясно. Я думал, ты кинешь следующую страничку. Это правило одиночества наемников. Это единственная эмоция им позволенная. Это ты где читаешь? Еще с той страницы. Что-то Google не смог перевести торпортев. Я знал, что это безнадежно с самого начала. Штаб-квартира не знала, что они делают. Там не было никакой стратегии, как можно сработать. Как можно это сделать? Типа выполнить задание, да, вероятно. Но штаб, он и есть штаб, у наемников же есть штаб. Или то, что-то другое имеется, да? Вы знаете, о чем я говорю? Не так ли, ребята? Мы должны были проиграть.
тут полный беспорядок. Я присоединился к этому аду. На другую стороне, на другой стороне. Тогда мы, возможно, получим, ну, целую кучу наличных за победу. Ну, могли бы тупо напиться, да? Или я неправильно перевел? Ну, Тор, я по твоему тексту перевожу в гугле и потом пытаюсь перевести перевод гугла. Ну, плюс читаю, что Снап пишет. У нас... могли быть все женщины, которые мы бы захотели. Я мог бы в любом случае понял. Откуда я его не забыл? А я мог бы выбрать другой путь, но я выбрал не ту сторону, чтобы не ту сторону сражения. Что-то я уже текст слабо улавливаю, но в целом понятно пока. Снап, а ты там перевел? Или ты уже все? Эй, ты, старый голос раздался из темноты, злой голос. А, вот перевод Снапа. Короче, штаб не в курсе, что они тут делают. Нет и шанса, чтобы стратегия типа этой могла бы сработать. Вы знаете, о чем я говорю, ребята? Мы проиграем, это абсолютно беспорядок. Я отдал бы душу дьяволу, чтобы оказаться на той стороне, типа про врагов. Тогда у нас были бы горы золота. Мы могли бы пить до слепоты. Да, мне тоже это было непонятно. Владели бы всеми женщинами, что пожелали. Это все могло быть. Но я выбрал не ту сторону. А, ну понятно. Ну, в общем, как бы мысли наемника, в отличие от обычного солдата, у которого там свое отечество и так далее, да, а тут как бы чисто выбрал ту или не ту сторону. Торпеку тоже переводить? Так, ну вот я уже перевел, да и ты, пожилой голос, раздался из темноты, сердитый голос. Да, что? Отвечает Тома. Его голос... сейчас более живой.
Так как кто-то наконец-то его нашел. Ну, типа нашел с кем поговорить наконец-то. Как будто... Как будто сокрушая его мгновенный энтузиазм, другой человек сказал: как насчет, чтобы помолчать какое-то время? Если вы действительно хотите убежать. Устье? Не знаю, Google перевел как устье. Ну да, вот тут поправка от Снапа. Его голос дрожал, наконец, найдя собеседника. Ну так вот, там было про... Если вы действительно хотите убежать в устье, то самое многое, что я могу... Я могу отправить тебя на тот свет, на... Типа на шаг впереди нас. LLFM это что такое там? Подожди, это криво распозналось. А, это I'm sorry. Мгновенно... подавлен, мгновенно подавленный, Тома замолкает, и тьма приходит снова. Наступает тишина с глубокой напряженностью. Гораздо глубже даже, чем до того, как Тома начал говорить. Боец, а ветеран бойцов знает, следи за болтливым человеком. Начиная болтливому, или как? Доверяют в словах, доверяют очень много в словах. Не понял вообще смысла. А ну ветераны войны знают. Следи за разговорчивыми людьми. Будучи разговорчивыми,
это означает, что веря в слова. Так, вот с предыдущей страницы. Тут же остужая пыл Тома, мужчина продолжил. Может, заткнешься, если ты так сильно хочешь потрепать языком, я тебя отправлю в иной мир, чтобы мы все уже могли отдохнуть. Извините, внезапно отвергнутый Тома умолк, и вновь лишь тьма осталась кругом. Тишина нарастала, а вместе с ней напряжение, еще больше, нежели до того момента, как заговорил Тома. Ну, Снап, давай так. Ну, ты вот слушаешь, я что перевожу, именно поправляю только косячные моменты сильно. Ну, то есть, как бы вот. Вот. А там, где я и так нормально сказал, ну там да, смысла нету. Заодно так и быстрее ты не будешь лишнее писать. И, ну, как бы, и поправлять будешь. Вот это предложение я не могу понять, это будучи... Не, ну ты же видишь оригинал перед собой. Будучи разговорчивыми, это означает, что веря в слова, доверяю слишком много слова. Ну вот, почти дословный перевод, и я не могу понять. Это какой-то оборот, что ли, или что? Слова бесполезны на поле боя. Ты берешь свое оружие в тишине. А, не верь всему, что говорят. А, будь болтливым, значит верить, доверять словам, но слова бесполезны на поле боя. Ну вот, ты берешь свое оружие в тишине, а дальше я не понял, ты сталь? Ну, стил это же только сталь, а как это еще можно перевести? А, твоя сталь сама по себе молчалива. Как-то это вообще странный текст. Ты дерешься в тишине. Ты убиваешь врага, он убивает тебя в тишине. Все наемники здесь жили таким образом. А все, кроме одного болтливого. Солдат, который... цепляется слишком чаянно к словам. Также может отчаянно цепляться к чему-то другому. Например, к... Как это? Ну, к искушению предательства или что-то такое, да? Угу. Например, или соблазнение дезертирства под огнем.
Или приманки безумия. Падение безумия. Твой выход. Фу, вообще такое слово первый раз вижу. А, Каем часто видел жалких наемников, которые, не выдержав ужасов, сейчас дойдем, который, не выдержав ужасов в окружении врага, сходит с ума и атакует людей со своей стороны. Окажется, тоже окажется таким. То есть это как раз таки тот случай. Такая возможность велика, без сомнения. Другие мужчины не думают. А, наоборот. Другие мужчины думают о том же. В тишине они обращаются. А, обращают свои взгляды в сторону Тома. И они резервируют. Для конфронтации с врагом, что-то не понял вот этого знака. Я вот этого не понял. Для конфронтации с врагом, ищущего какие-либо признаки изменения в его поведении. В тот момент они воспринимают небольшую угрозу в нем. Из этого тоже не понял. Лезвие будет беззвучно прокалывать левую сторону груди. Что-то вот эта концовка какая-то внезапная. Что-то не понял вообще. Ну, короче, все посматривают на Тому. Очень не очень. Косо смотрят. Типа он такой болтливый. Он не очень вообще. Возможно, он может переметнуться. Перебещу. Типа того.
Тишина продолжается. И даже необычная. Необычные ночные крики. А, ну не крики, а ну, типа насекомых, это жужжание там, например, да. И даже фыр. Снап, печалька. Не копируется текст, что такое? Скопировался. Так. Даже обычные ночные крики насекомых можно услышать сегодня. Мне кажется, или тут слово not не припущено? По-моему, наоборот, нельзя услышать. Даже обычные крики насекомых нельзя услышать. А, на прошлой странице было про то, что он сошел с ума, мог сойти с ума и... Это все понимали, были готовы, если что, проткнуть ему сердце ножом при малейшем намеке. Ну вот, а тут не было слышно даже насекомых, как это было вечером. Возможно, насекомые знали достаточно, чтобы... чтобы убраться заранее до нападения врага. Это напомнило Кайму, что он не видит птиц со вчерашнего дня. Знающие насекомые, ну да. Хотя животные пришли. Понял. Чтобы схватить пищу. Короче, были животные, ныне их нет. Они о чем-то догадываются. Это, ну да, ну в принципе это мы уже перевели. Ну короче, насекомые о чем-то догадываются, животные о чем-то догадываются, все о чем-то догадываются, а наемники там идут вперед в бой.
Тор, для тебя это слишком тяжелый текст. Ну, не, но если бы он был изначально на русском, проще пошло бы. А так как бы тяжело воспринимать. Ну, Джек Сенрир, наверное, не придет, вероятно. Лес недалеко, там стая черных птиц, что ждут ужин, они тоже что-то знают. А, это типа вся перевод, весь страницы практически. Как только солнце взойдет, битва будет закончена, но это после того, что ты перевел. Ну, короче, да, уже есть стервятники там готовим. Типа того, такой перевод примерно и есть. Сейчас наемники побьются друг с другом, а потом еда для птиц. Ну да, когда придет рассвет, бой окончится, и если они, то есть птица, не будут пировать, если не будут первыми. Вот они и летают, сверкают темными тушками. Голос в ночи, голос Томы. Плач. Целый монолог. Послушайте, ребята, я не знаю, как многие из вас. Но мы все умрем этим утром. Или большинство из нас. Может быть, один или два, одному или двум удастся сбежать, но не более того. Подумайте об этом. Те... Не понял. Торда не забанят тебя никто. Ну, Торд играет так на 4 дисках. Том вопрошает: вы ветеран, объясните, чего мы сидим, коль никому ничего не должны. Типа, не кажется ли вам это глупым? Привет, хоббит. Ну, попадаешь, значит, не вовремя. Так, Тор, походу, мы еще все еще на первом диске. Хоббит, привет, или я уже дарывался. Ну, в общем, не, ну, будет экшон. Сейчас допереведем. Да, это текстовый квест. Как были раньше такие. Чисто текст. Так, только ответ Тома. Сейчас.
Да не, норм, это не хоббит, это не обязательная вещь в этой игре. Просто я хочу как бы разные аспекты сюжета понять. Интересно, как бы. Так что нравится или нет, но я это читать буду в этой игре, когда попадаются такие текста. Единственный ответ на, ну, Томми. Нетерпеливое щелканье языком в темноте с последующим вздохом раздражения. Я не могу больше это терпеть, говорит Тома. Я ненавижу это. И теперь он плачет. Все, что я хотел, было немного денег и, возможно, что-то лучше. Ну, что-то еще, чтобы поесть. И, может быть, хорошая одежда. Я был бы доволен этим. Какую ошибку я сделал, принимая работу, вот эту работу. Никогда не должен был этого делать. А, щелчок языка во тьме был ответом. Ну да, снап, я примерно так это прочитал. В общем, он думал, что это типа норм, пойдет, подзаработает, а в итоге косяк. Каем держал все свои типа чувства, да, ну как бы не чувства, а это восприятие. Не, короче, не. Почему плохо распознал? Вроде нормально распознал. Или плохо? А, все чувства Кайма были напряжены, готовы уловить движение в ночи. Кроме него самого и Томы, пять других солдат, ну, присели в темноте. Неплохо. Все опытные воины. Они не были в состоянии А, помимо Кайма и Тома, еще было пять солдат, что сидели во тьме. Я говорю, присели. Но они не были но они хотели мириться с нытьем Тома, да, если я правильно понял. В общем, если они будут позволять себе злиться или кричать на него, там, схватив за горло и так далее, то в итоге они потеряют свои силы и энергию до этой работы на рассвете. Если это группа мужчин,
которые знают, которые умеют сохранять тишину, шансы жить намного больше. Они могли бы и не терпеть его нытье, но не могли себе позволить впадать в ярость, начинать кричать на него и хвататься его глотку. Ну да, да, это я прочитал. В общем, они знают, как сохранить свою тишину, и то есть шансы на жизнь гораздо больше, чем у болтливого, плачущего человека. Типа он не становится большим бременем для остальных. В целом мысль понятна, так. Ну, короче, он как бы вроде бы не очень, но вроде им не особо доставляет неудобства. А, это собранность. Я вот не понял, как это ассемблинг перевести, вроде же сборка, по идее. Но я подумал, сборка мужчин, чуть-чуть непонятно как-то. Тут собранность человека. То есть собранность человека, что знает. Мне снап ты тоже как-то криво перевел, я не понял. Ну, в целом понятно. Молчание увеличивает шанс прожить все. То есть доставляет неудобства, но они профи, поэтому терпят. Да что ж ты? Потому что вы пишете в чат. Он перемещается, я не успеваю скопировать. Все скопировал. Продолжая рыдать, Тома, продолжая сыпать, Тома проклинал судьбу. Вдруг, внезапно, что-то другое, что-то изменилось, что-то шевелится в тишине. Это может быть плохо, Каем подумал. Каем усилил внимание еще больше. Что, когда наступит рассвет, там встанет наш путь? Из-за него возможность для жизни завянет. Уменьшится. Наемники знают это, и поэтому, и потому что они знают, они могли бы сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность. В общем, чтобы хотя бы немножко добавить шансов выжить.
определить, здесь уже так темно, или луна все-таки сияет. То есть они что, путаются, что ли? А, облака. Торты там это... Определяешь или... Или мне своими силами? А, облака разошлись, и Каем увидел Тому. Он оказался еще моложе, чем он думал. Я не хочу умереть здесь, скажу я вам. Не сейчас, не здесь, как никчемная собака. Вы, парни, чувствуете то же самое, не так ли? Лунный свет светит от раскола. Ну, рифт, я не знаю. Тут Google привел раскол в облака. На долю секунды Тома появляется в темноте. А, ну то, что ты перевел, Снап. Он оказался еще моложе, чем Каем себе представлял по его голосу. Он практически мальчик. Облака снова... Открыли луну, и густой черный мрак окутал все вокруг. А, просвет, понятно, меж облаками. Дул? Что за слово дул? Ой. Тупой свет шевелится в темноте, в глубине темноты. Не, наверное, тут как-то тупой еще как по-другому, наверное, можно перевести. Дул. А, ну если кратко, Каем не позволил самоубийце Томми. Ну и ладно. Уже экшона хочется, так что пока что будем кратко тоже устраивать. Очень кратко, да. Ну, нормально, как бы. Я бы вообще не отказался, если бы тут был просто краткий перевод на 2-3 страницы всего текста, или даже меньше. Но как бы его же нету. А, там экшон был, Каем схватил за руку, не позволяя Томми провести ножом себе по горлу. Ну, понятно. Ну точно хотел ножом самоубиться, да? А я думал, он спрыгнуть хотел куда-то. Перекинув Тому через спину, Каем зашагал сквозь тьму. В конце концов,
Тома просыпается и начинает трясти ногами, чтобы освободиться. Прекрати, отпусти меня. Кайм опускает его на землю. Каждый раз, когда луна выходит, проверь направление. Что? Проверь свое направление, где, когда это произойдет. Идите прямо к заходящей луне, сказал Кайм мягко. Привет, Смитерс. Ну тут в этой игре есть такие вставки, вот, называются «Тысячелетние сны». Они довольно объемные по тексту, и с английским у меня не очень. Вот. А так вообще игра JRPG, ну если ты досидишь до конца текста, то будет экшон. На Xbox нет игр, только мыльные книжонки. Я думаю, уже близко к концу, скорее всего, этого текста. Но это не последний текст в игре. О чем это ты говоришь? Есть только один путь. Ты можешь убраться отсюда. Да, сюжет водянистый, тут не поспоришь. Кайм выбрал самую тонкую часть окружения противника. Конечно, нет никакой гарантии, что отправили парнишку бежать. Ну, Тор, нет, насчет трех предложений ты тоже погорячился. Ну, это будет просто сухая передача информации, а все-таки даже если убрать воду, но оставить как бы глубину сюжета, все равно на три предложения ты это никак не сделаешь. На три страницы можно, но не три предложения. А вообще, если бы это было... Ну, Тор, значит, не твое, вот и все. То есть, ты же никогда не читал художественных книг, что ли? Или ты хочешь «Войну и мир» тоже за три предложения? Вообще, если было по-русски, я бы нормально, я быстро прочитал бы, даже, может, постарался бы с выражением. Так, что тут говорят, Таня? А, ну, отправили, в общем, его бегство, да? Причем вместе с Каймом они вроде, да, побежали, если я правильно. А, нет, он говорит, я возвращаюсь, ты убежишь в одиночку. А Тома говорил, почему? Вы давайте идите тоже. Пойдем со мной. Раз из текста в гугле мне приходится удалять торпортеф, потому что он почему-то копируется вместе с текстом. Тома цепляется за руку Кайма и умоляет, но Кайм дал ему пощечину. Плоть в этой щеке слишком мягка, чтобы принадлежать ветерану войны. Ну, в общем, типа, он слишком мал.
это плоть мальчика, ребенок. Ты идешь один. Но почему? А, чтобы жить, вот почему. А что насчет тебя? Ты хочешь жить тоже, не так ли? Ты должен бежать отсюда вместе со мной. Ты же не хочешь умереть, так ведь? Хотеть жить? Нет. Каем не особо желал жить. Он жил, потому что больше ничего не мог делать. Он жил, потому что хихэсту. А, опытному воину в данном случае. Ну хорошо, вместо ветерана войны. Он живет, потому что нет ничего иного, что он может делать. Он живет, потому что он должен. А Тома слишком молод. Его собственное бремя жизни слишком хрупкое, чтобы он знал боль такой жизни. Мы живем, чтобы сражаться. Вот что наемники делают, но сейчас, секунду. Убирайся отсюда, мы... Да, ты убежишь отсюда, ну, от нас. Оставишь нас. Ты убежишь отсюда, чтобы... Ну, блин, как сказать. Ну, короче, блин. Нет, это в игре, Снав. Вы, парни, никогда не выиграете эту битву. Так почему бы не убежать? Это наша работа, сражаться. Вместе с этим, ну, как бы, ну, после этого Каем... ну, начинает возвращаться туда, откуда он пришел. Тома стоит там и наблюдает, как Каем уходит. И моментом позже он... сам... уходит в западный лес. В лапки черных тушек птичек. Нет, Тор, экшон будет сейчас. Экшон будет. Ну, я надеюсь, наверное. Сражаться или убежать? Каем не может видеть, кто
кто, не может знать, кто сдержит свои обещания жить. Не распознал. Он также надеется. Чтобы лучше никто не знал. За исключением. Я надеюсь, ты сделаешь это, парень. Мальчик вот этот. Восточное небо начинало светиться понемногу. Скоро. Да я тут даже глазами не вижу текст. Скоро враги начнут атаку. Ну да, снайпер, в принципе, почти все перевел так. О, последняя страница. С западного леса несколько птиц. Прилетело несколько птиц. Возможно. Че? Заживали, мальчонку, просто печальная история. Нет, в смысле заживали? Не. Ты подожди, я сейчас переведу. А, ну птички полетели, ну и что? Так они же полетели, подожди, с западного леса, а он же пошел к восточный лес вроде как. Тора, откуда у тебя в тексте слово «чё»? Ну, снайп, я сейчас попробую все-таки поподробнее последнюю страничку уже доперевести. Но в западной части леса несколько птиц поднялись в воздух. Возможно, это означает, что уже началась мелкая битва в тишине. Или о том, что бедный молодой наемник был убит в спину. Каем не оглядывался назад, не прерывая свой шаг. Он чувствовал уверенно. Он был уверен, что видел этого разговорчивого наемника раньше, до войны. Ну вот как раз таки то, что с нами пишет. Он продавал фрукты в лавке матери. Каин пожелал ему долгой жизни. Ну, в принципе, вот конец на этом. Ну и вот, кто там ждал Экшона? Не ушли еще? Так, теперь я, соответственно, переключаюсь. Да, включаю чатик. Ну, снап, ладно, уже не важно. Сейчас переключу монитор. Ой, они что-то говорят. Так, переключилось. Так, ну это страна мирная. Но тут скучно довольно. Здесь какое-то есть место, называемое город-призрак. Возле порта Нумары.
Ну, короче, мы точно отправимся. Отправимся тогда в этот. Ну, я помню, там руины были, туда пойдем. Свитерс, да-да-да, вот их шон. Ну, видишь, их бегают, все, шон. Но они обсудили, что неудачник этот, ну, в смысле, Дженсен слаб в живописи и культуре. Телефон. А, телефон кинуть подальше? Кинул. Так, это мне нужно в порт идти. Это куда-то. А, я могу вот здесь телепортнуться. Так, порт. Нет, ну подожди, Алый лес. Тут еще же место, помнишь, мы не исследовали. Сейчас сохранюсь. Вот это место называется City of Ruins. А, вот он, ну, как раз таки Ghost Town, о котором они только что говорили. Тут мы еще не были. Так, тут слева какие-то ништяки лежат. Или нет? Интересно, тут нападают? Сейчас проверим. Нет, тут никаких ништяков нету, к сожалению. А бутявка это что? Друг от друга вроде не могут. Да, не могут. Так, тут ничего нет? Нет. О, сундук. Sandman Seal. Печать песочника. Сидит кто-то там. Не понял, что такое загрузка. Wow, that's an unusual color for a flower. О, необычный цветок, необычного цвета. Hey, mind letting me have one? Ow! Можно я возьму один? Не трогай это. Next time, say that before you hit someone. You got that, kid? Шучу раз, скажи перед тем, как хочешь ударить. Ты посадил эти цветы? Нет. Мама говорит, они очень редкие. Как они называются? Тендерфлоры. Мама любит эти цветы. She says they make people happy too. Они делают людей счастливыми. Since they're so pretty, and people just pick them whenever they want, you know? I bet there are lots of people out there who would pick a flower if they knew it could make them happy. It's because they're growing here that makes them happy. Много людей хотят цветы, если они делают счастливыми. You know, if you leave them here, then they can make everyone happy. You're the only one who's ever said that. You must be a good person.
Ты должна быть хороший человек. Спасибо. Как тебя зовут? Я Куки, а это маленький брат Мак. Я Сет. Приятно познакомиться. Кайм? Кайм? Кайм, эй, snap out of it, buddy. Тот самый обрыв, что ли? We're blooming. What? Back then. Back what? Back then? Back when? Это что? Что за крылья в голове лошади? А, эти заключены были выброшены королевой. Эй, смотри там, цветы. Выходи отсюда. Если хотите битвы, давайте выйдем в другое место. Это что, тендерфлора? Знаешь, она делает счастливым. You're thinking about your girl, aren't you? Yeah, if I bring her these flowers, getting her in the sack would be a snap. I am on the same wavelength with that guy. Hey, let me get some of that action. Don't even go there, Jansen. All right. Hey, you can't have him. What's with you, kid? Out of my way. Cook, are you okay? Yeah. Real mature there, picking on a kid. Че, реально крутой ребенку ударит. Listen up, losers. The Numaran military has the right to seize anything that grows on Numaran soil, including those flowers. It's just a bunch of flowers. Типа все принадлежит, да, это Нумарит, в том числе цветы. What's with you? А что с тобой? Out of the way, kid. It's no big deal. I'm just gonna take two or three. No. What's with you, kid? I can't hear you. Я не слышу. Я сказал мне. I still can't hear you. Я все еще не слышу. Oh, how cute! Hey, check out the tough guy. Как мило. I'm not moving. Hey! Вау. What the hell's got him so worked up? Hey, we could use this kid as the official flower guard. We've got quite a crew of strangers and brats here, eh? Why don't all of you get lost? You're mucking up Numara. Get your hands off him! You idiots are the ones who should get lost. Your breath is so bad. It wilts the flowers! Cook. Oh, not bad. I like that. Good choice of words. Very nice. Good. Loved it. Hey, you little brat! That's not how you address a Numaran soldier. Just because you're a kid doesn't mean you can get away with stuff like that. Sure. I wonder how long your chivalry will last. Так, ну, что я тут? В принципе. Будем передним пить. Что это остается? А этот пусть кастует. Призму. А я думал, нам эти детишки помогут, кто решает их. Да я думал про щит. Мне кажется... А, нет, это плохо. Это плохо. Так, у него нет этого, обычно он бьет. Six to win? Ну, может быть. Хотя не раз уже я проигрывал в боях.
А, смотрелся опять сейчас. Ну ладно, добил все равно. Пожалуйста. Ладно, пусть себя лечит. Так, а ты тоже лечи. Не-не-не-не-не. Лечи. Эфиром. Снап, такие эфиры вообще-то и кинул. О нет, не кинул. Слабо полечит. Только если в атаку уйти, попробовать. А Дженсен пусть лечит. Но не успеет, возможно. А, хотя он еще ударит, может добьет одного. Добил. А, он успел вылечить, отлично. А, только он потратил. Минус. Кто там говорил про секс-ту-вин? Да, тут не буду менять. Так, ладно, сразу щит накладываем. Так, не, ну он-то атакует, по-другому. Надо сразу накладывать на всех щит. А этот сразу... Ну, в принципе, призму вроде неплохо, пусть кастует. Сет уже ничего не кинет. Не все успеют.
кого-то убил. И Кайма. В итоге она лечит только себя. На 81. Это даже не босс. Так, что у него экипировано? От паралича почти выучил. Ок. У нее восстанавливает МП, когда дефенд. Тоже еще учит. А вот Дженсена уменьшенное время кастования магии, когда критические здоровья. Ну, пусть будет. А, формацию сменить забыл. Хотя не уверен, что это поможет. I wonder how long your chivalry will last. Так. Все равно попробует щит кастануть. Этот вообще пусть сразу зефир использует, все равно не успеет потратить. Ничего себе там тратит. Так, ну он по-прежнему такой, продолжает. А он пусть все время зефир делает. Сюда так он не выдержит. Так, пусть она полечит конкретно Дженсена, а он опять зефир. Что он не минусанулся еще? Okay.
О, нормально, как раз у него много. Так, сет. Ладно, пусть атакует. Так, а Дженсен по-прежнему Зефир. Он тут попробует тогда призму. Павер на что? А, не, не то. Могу Healing Potion сожрать. Она, по идее, восстановит очень много, скорее всего, до максимума. Ну не, ладно, подниму, наверное, Кайма. Попробую. Рискну, так сказать. Может, хоть удар примет? Нет, удар по ней. Добил еще. Печально. Если бы он добил его, то все бы сложилось бы намного лучше. Ну явно не докач, чувствуется. Так, а где у нас это кольцо? Так, нет. На, вот это платиновый комплект. Так, а у нее что? А у нее то же самое пусть остается. Ну, сменить формацию, ну не знаю. Попробуем. Зачем там так много клеточек формации? Неужели столько персонажей будет? Ну теперь GC будет ни о чемный.
That's an unusual color for a flower. Whoa, no kidding. Girls like flowers. Hey, mind letting me have one? Почему 5 максимум? А, ну типа, чтоб всех можно было в одну линию поставить. I wonder how long your chivalry will last. Так, ну он по-прежнему атакует. Дженсен кастует призму. А она кастует щит. Слабо там Дженсона пробили. Так, теперь она зефиром кормит. Кто не упал? Минус. Пусть поднимается. Ну я дефенты сделал. Она не успеет призму сделать по-любому. Ой, мана закончилась, как не вовремя. Дорог хоть в Хайма ударил. Так, ну это слабый удар. Слабый удар. Видно. Ну хоть двое лягут. Да. Уже лучше. Опа, минус. Ну, дефенс, наверное. Он поднимает. Да нет, какой поднимает? Пусть зефир делает. Иначе поднять не успеет. А, ну он вообще бесполезен. Какой атакой затупил, не понял. Ну, не знаю, кого там завалил бы он призмой. Призма очень слабо действует.
Хоть и массово, но очень слабо. Поэтому она никого не убивает, обычно только добивает. Со второго хода посмотрим. Так, ну первый ход по-любому атака. Дженсен призму. Ассет. Щит. В сумме очень много наносит урона. Выжил, хорошо. Опять выжил. Ну, конечно, свою призму сделал. Так. Я вот думаю попробовать все-таки просто какому-нибудь вот этого на коне огнем. Потому что они больше всего наносят урона. Это самое неприятное. Если Дженсона не давали, конечно. Давай. Да. Ну, Кайма поднимаем. Поднимай, Дженсона. Ого, 501. Ну это никто не выстоит. Окей.
не на регионе нормально КЦ? Может быть. Ну щиты, почему я щиты накладываю в самом начале? А, ну да, после смерти, ну, после нокаута, да, они, их нету. Но мне некогда просто наложить еще одни, там не успею, она долго кустуется. Попробую все-таки Дженсеном атаковать этих на коне, потому что что-то они доставляют больше всего. А, что я не то выбрал? Получилось. Пробивай, наверное, хоть по 80. Ну, потому что они в конце просто добивают. И мне кажется, их надо в самом начале, хоть через ГЦ, но пробивать. Попробуй теперь призму. Может, теперь призма добьет одного из этих коней. Первый инфо. Да, могу лечение. Но я не знаю, что ГЦ нет смысла устанавливать, так что пусть атакует. У нее мана закончилась. Okay. Понятно, он в минус. Хоть призму-то успеет Дженсен скастовать. Успел. Не, этот... Задник на месте.
просто ради интереса. У него очень много здоровья, я уже где-то 300 потратил, и ты полезный. Даже больше 300 потратил. Преимущества никакого отмены формата не заметил. Я дохожу примерно до такого же этапа, что и до этого. Одинаково. Даже меньше, по-моему. Там. А ты? Призма. Ты щиты. И сразу Дженсона. Ну вот GC3. Пусть пока может, тогда восстанавливает. Так. Что, пусть, я не знаю. Может тоже пусть призму скастует пока. Лечить особо некого, или река ему-то лечить. Ладно, пусть полечит Кайну. Тоже реген здесь. Если бы второй раз призма бы сработала, это было бы очень хорошо. Половина бы сразу легла. А пусть тоже это GC установит. Хотя нет, а атаковать кто будет? Хотя не, ладно. Да, да, она восстанавливает GC. Атаковать вон призму будет. А сколько МП восстановилось, ты обратил внимание? 4 что ли? Или 9? А, по-моему, 4. Ну, понятно. Кто все на атаке помешан? Притащи не атаковать, ты не выиграешь бой. Прикол? Пусть Дженсона вылечит. Да он атакует слабо. Очень долго. Но пока еще GC можно восстановить.
А, призму или что-то другое? Вопрос. Ну попробуй призму, наверное, все письмо. А, думаю, все-таки так? Ну давай попробуем. Пусть полечит Кайма, наверное. Нет, пусть тоже Джесси восстановит еще. Начинает тратить. Ну что, все в атаку? Мне кажется, все в атаку пойдут и все уже. Там тем более уже потрачено у этой лошади много. Я думаю, он даже заваншотит. Не заваншотили. Два двух ударов, да. Ну не докач, просто жесткий. Тяжело. Еле-еле одну битву. Можно сказать, повезло. I knew they weren't ordinary travelers. We'll find out who you Вы really необычный are путешественник. Don't you forget it! Yeah, we'll remember whatever we want, stupid! Wow, you guys are all so strong. О, вы действительно крепкие. These guys haven't lived as long as they have for nothing, you know. We want to thank you somehow. Right, Mac? Мы хотим сказать спасибо. How about we bring them home? Home? Yeah, we don't have much, but we'd love it if you came to our house. That sounds really fun. What's the plan, Kaim? Let's keep moving. Ну, они хотят пригласить oh, домой, типа, в гости. Немного отдохнем, почти. Week, month, come on. Please? Well, that settles it. Why are you in such a rush? You got nothing but time, Kaim. Ну вообще да, довольно сложно с нами было. Да, я с какой попытки там это сделал? В общем, ладно, дальше. Так вот. А, чтобы пройти к нам домой, иди вот этой дорогой вниз, пока не увидишь океан. Потом поверни налево. Наш дом, ну, с синей дверью. Ты не пропустишь его. Привет, Иксран. Ладно, Снап, я просто прикалываюсь. Тобой, а ты всерьез воспринимаешь. Просто я не умею JRPG, да, все. Так, что тут у нас лежит? Не, ну вообще, как бы, все-таки, как бы, не докач, я имел в виду в том плане, что, как бы, если был бы докач, то... не обязательно было бы вот это вот все, ну как бы 100-500 раз сделать попыток, чтобы понять, какая тактика здесь нужна. Можно было универсальную тактику бы изобрести для примерно всех боев. Ну так, более-менее. А так, если не прокачиваться, то да, тут только... методом проб и ошибок выявлять тактику для каждого конкретного боя. Но если это не совсем легкий бой какой-то. Что это такое, нагромождение камней какое-то? Это статуя, что ли, какая-то? Чуть непонятно.
Реген ГЦ и убивай магом? Ну, не знаю. Кстати, надо бы, наверное, подлечиться. И все, мана закончилась. Ну, кстати, Дженсону тоже можно. А вон вижу синяя дверь, ну вот, а потом пойдем. Посмотрим вначале, что тут. Вроде ничего. Красиво так. Микрофон. Не вода, а кисель? Да нет, почему? Ну, вообще, вот, ну, как бы... Да ладно, нормально. Так, в мусорке обязательно полазить надо. О, опять этот... Что, дать ему семена? 11. На... А, они еще и общие для всех. Всего 27. Он дал мне адамантин? Адамантис? Адамантиновое кольцо? Опа. Так, сейчас у меня сила 32, атака 207. Так оно же не очень. Так оно же не очень. Ну да, вообще ни о чем. А, поздно принес. Так, а кольцо что делает? Увеличивает водную атаку. Накладывает это. Что? Ну, короче, органические враги, да, сильнее будет урон получать. Еще и собирает МП. Ну, кстати, в принципе, оно это лучше, чем сейчас Soul Ring, да? Оно тоже МП Absorb. И только тут Damage Up, а тут Biokiller, плюс еще Water. А, кстати, да, тут она 8 из 10 выучила. А Кайм что там выучил? 5 из 10. А скиллы? Она еще не выучил. Сет. А, тоже еще не выучила. И что за Spirit Magic, пока тоже непонятно. А выучи черно-белое 2? Ладно. Так, ну, это можно тоже отнести. Может, за 30 тоже что-то дадут? Так, мана, неплохо. Ладно, зайдем к ним. Что там, приглашали раз. Я могу еще слот им выучить, кстати. У меня есть этот слот сид, или как там его... Ой, я у вас что-то хочу там забрать.
А, или это книжки опять. Ну, как обычно, я это читать не буду. Оставлю для записи только. Судя по тому, что на десятке тебя загнали и на 27 выдали. Да? А я думал, это мне дали за 10 и за 20 сразу. Типа две же вещи. Я просто не видел, сколько у меня было. Hey, mom. Mom, we're home. Эй, мама, мам, мы дома. We brought some guests. Мы привели гостей. Is she sick? Looks like it. Она болеет, похоже на то. Good afternoon. Доброе утро. Yeah, hey there. These people are from Ura. Эти люди с Угры. Они защитили тендерфлору от глупых солдат. Цветы. Мама, что не так? Цветы, дай мне увидеть их еще раз. Или его. Что-то не понял. А, это типа она? Неожиданный поворот. They brought us together. Лиром, это ты? Отец. Снап, я не понял, про какого ты выжил, парня. Ты выжил? Хайм, ты... Твои воспоминания. Да-да-да, труп не нашли и разошлись. Я тоже подумал об этом. What is it? Why are you looking at me? Что это? Почему ты смотришь на меня? Гангора. Гангора. Gangora was there. Что, был здесь? Или я неправильно помню? I've missed you so much. Мне так не хватало тебя. I'm so sorry. I couldn't save you myself. Is mom? I don't know. А мама, я не знаю, я давно не видел её. Сара. Сара. I have to find her. Я хочу найти её. She doesn't even know you're alive. Она должна знать, что ты живая. I don't have much time. У меня нету времени. Cook. Mac.
Хук, Мак, подойдите. Come here. Listen. Послушайте оба. Кайм here is my Кайм — это мой отец. I know he looks very young. Я знаю, он выглядит довольно молод. Но он ваш дедушка. The one I've told you so much about. Он вам расскажет потом об этом. Your dear, dear treasures. I've been able to hold on this long because you've been here. Не понял. А то вот так, мы так много рассказывали. Позаботишься о них, пожалуйста? Of course. Конечно. Я всегда хотела тебе сказать. И что-то хотела тебе сказать. Я знаю, Лерум, я знаю. Лерум! Я рада, очень рада. То, что я смогла увидеть тебя еще раз, отец. Лерум! No, don't go! Нет, не уходи, я верю. Hang on, Lyrum. Угра. Амфитеатр неба. О. Это он? Что? Что-то я не пойму. А, это точно тот принц. Отец, если только... если только я бы имел фракцию... Это... Блин, снап. Как это перевести-то? Вау. Так не нажимается меню. Снап, не нажимается меню, я пробовал. Сразу попробовал. А, если бы у меня была часть твоей силы. There was still so much I needed to learn from you. I depended on your guidance, even when you scolded me for my weakness. Father! Здесь еще так много, что мне, чтобы я хотел научиться от тебя. А, я...
зависим от твоего руководства. Даже когда ты ругал меня за мою эту простоту, отец. Кто там? Что это? Так, нам их оббегать надо? А он чем-нибудь умеет? Stay back! Так, Толтон его зовут. Скилл. Power hit. Cut down. Так, наносит врагу урон. Передняя линия. И уменьшает GC. Power hit. Полносильная атака на врага. Ну давай power hit. А, не, надо вот cutdown, я так понимаю, мастер, да. Ничего себе, у него 900 здоровья, неплохо. А вот этих вот созданий, это Гангоры тогда сделал в катсцене, показывали. О, да он неплох. В смысле две панельки действия, ты про что? Так, ну я думаю еще раз катдаун надо сделать. Так это всегда с нами было, там типа убежать и так далее. Убежать, сменить линию, вот это. Chairman, you fought rather well. I'd expect ты хорошо сражался. You were watching. Наблюдал? Почему не помог мне? Well, I didn't expect a frail puppet like that to best someone of your blood. I sent it simply to test you. Я это отправил, чтобы протестировать тебя. Ты понял, что я сказал? What? That puppet was one of your pawns? Why would you do something like that to me? Because I do not wish to see the throne restored. Throne restored? Wait, was the poison soup you're doing? Яд это было твоих рук дело? Answer me! Ответь мне. Опыта нет, 25 уровень, ну на 4. Снап, если можешь, поподробнее, о чем мы говорили. Типа не могу доверить Угру некомпетентному этому правителя. Инкюр? Ну давай, Инкюр. Почему ты пытаешься убить меня? Только помню, твоя королевская семья существует. Но не успел. Just by being alive, you give those dissidents hope. I do not wish to have the monarchy restored, Chairman. There is no reason to kill me. I will not stand for incompetence. There is only one way to atone. You must die now. Chairman, this is madness. If you are made king, Ura will fall.
Если тебя сделают королем, Угра упадет, ну, упадет. И спустя столько ходов только мне дают что-то сделать, что это? Вот это... Ну, менюшка, снап. Представитель этот против монархии. Пока жив Толтон, есть шанс, что королевская линия будет остановлена, как и правление монархическое. А, ну да, он говорит, этот Толтон, то, что... Не, уже все, как бы, я-то лишь формально какой-то монарх, а так это вообще, типа, не заинтересован в том, что восстанавливать. А этот горе, типа, пофигу, все равно должен умереть. Мне нет выбора, чтобы буду сражаться. А у него есть что? Ага. Monarchy is no longer the right choice. It's over. Да ладно. Причем не было этого, до этой кружочка этого. Двумя ударами убил. Что я делал? Что случилось? Гангора! Гангора? Я опоздал. Он умер? У меня не было выбора. Он пытался убить меня. Я знаю. Я знаю все. All right, let's deal with this calmly, Your Majesty. Please don't panic. Чё-то, пожалуйста, не паникуйте, я там не понял остальное. Roxanne visited my manor earlier tonight. Он Роксиан посетил меня ночью. To prevent the restoration of the throne, to establish his own influence. Что-то предотвратить это восстановление трона. To achieve those ends. He said the first thing that had to be done was to ensure your highness's death. I sensed peril, and although I am under house arrest, I escaped my incarceration and came as soon as I could. But I was still too late. I would never have expected the chairman to try to kill you, even as deluded as he was. Gongora. Chairman Roxian died in an accident. You always come when I'm in danger. You are the only one I can rely on. Когда в опасности. Your Majesty, I believe your late father watches over you and sent me to your aid. Father. Половину не понял. Let us go now. Но в целом вроде бы понятен. Everything. Your Highness will not be suspected. X-Run, а что ты предлагаешь мне без субтитров пытаться воспринять? Я вообще-то ничего не пойму. Так я хоть читать успеваю. Ну, иногда хотя бы что-то понимаю. Так, офис этого чайрмена. Видимо, это прошлое, да? Thank you.
Не понял, в чем прикол. Он же не так умер, он же умер только что в бою. Drink this. It will calm you a bit. Right. Oh. What should I do? Что я должен делать? I've killed a man. Perhaps your memory is a bit muddled. It was an accident. Chairman Roxian passed away due to unfortunate circumstances. But the chairman fell prey to a sudden illness. It was beyond the doctor's abilities to save him. Leave everything to me. I will announce the chairman's sad demise to the people. No one else will be hurt. No one will question your highness's integrity, and the chairman's good name shall be preserved. Consider this. If our nation lost both the chairman and your highness, it would plunge into chaos. If that were to happen, Gotsa would undoubtedly take advantage of our weakness and invade. Yes, Gotsa would. Remember, they have plotted against Kent and wore down Ura during the recent war. If Ura were to falter now, it would be an invitation for Gotsa to invade. What should I do? There is only one thing your highness must do, and that is to protect Ura. Me? Yes, your highness. Like your father, you must lead your people with confidence and conviction. It is your solemn duty to overcome the incident that occurred today. That is true. It is my duty. Gongora, will you stand by me? Always, your highness. If it weren't for you, Gongora, I don't know what I would do. You sell yourself short. You are an able administrator, and you will one day be a fine king. Now then, today you must rest. Beginning tomorrow, you will be a very busy king. This day forward, you are my servant. Give me a sign of your fealty. Welcome back, Kaim. I think I'm gonna be sick. If Gongora wiped out our memories, если Гонгора уничтожил наши воспоминания, so he took our memories instead of taking our lives. By taking away what was most precious to us, he destroyed our hearts and reduced us to empty shells. If he's willing to go that far, what he's after must be this world. The world itself. Yes. Ridiculous. Me, you, Gongora. I remember two others. Gongora, one of them is Sarah. The other one is Ming, the thousand-year-old queen who founded Numara. Does she remember? I don't know. When we were released, we only got a glimpse of her face. I'm going to look for Sarah. Any ideas where to start? In my memories. That is true. The way you feel about people is different from memories. Feelings of love become a huge sense of loss when your memories are sealed. Those you've loved remain in your heart. You'll be able to meet her again, I'm sure. I've stumbled upon my daughter's death twice now. The first time she died, my heart was filled with despair. The second time she died, though, it wasn't despair that filled my heart. Was hope. If he won't die,
I'll bury Gongora in so much pain he'll wish he was dead. We have all the time in the world. That's the hope that I live for. Liram helped me to live again. Ah, we all live happily ever after. Kai, if the send-off tomorrow is too hard for you to bear... No, I'll see Liram all. It's my duty as her father. Good morning. You must be Miss Liram's father. Итак, теперь давайте подытожим, что сейчас было в всех этих диалогах. Начиная с принца. Вначале он, получается, Гангора создал всех этих вот, ну, вот этих грязевиков. Какой-то змеей, я не знаю, послал какую-то змею, она сожрала этого чермена. И сделал этого чермена, опять же, из этой грязи, да, ну, не понимаю ничего, ну, кастовал, короче, искусственно. Теперь якобы этот, ну, принц убил чермена, и что, Гангора говорит, типа, председатель, да, типа, и Гангора теперь говорит, у тебя будет много дел, да, в качестве короля или что-то такое, что-то я не очень понял. Вот. Ну давай с этим моментом разберемся вообще, пока прочитаю, что вы тут писали. Привет, Ред Гуард. Стоп, а кто, что за Сара? Что-то я уже забыл, Снап. А, Гангора посадит того принца на трон. Он сам же попросил помощи у Гангоры, ну да. Ну, правда, он до этого говорил то, что я не собираюсь, типа, обратно монархию возвращать. Очень странно. Зачем Гангоре это надо, если он проще уже так властять без принца? Ну, вообще непонятно. Да, все понял. Да. Дальше, когда уже показывают Кайма, а что они говорят? Я не понял, что они поняли насчет Гангоры. Вот это тоже не очень понятно. Что-то типа поняли, что он не очень, да? Но что конкретно? А, ну понял. А, то, что Гангора стирает память по токерам, ок. И то есть, типа, ну надо что-то с ним порешать, да? На это они вот это решили. А потом показали Дженсена, он что, прослушивал, что ли, или что? Кем мы играем? Вот мы играем Каймом, Сет и еще Дженсен. Ну просто ты попал, Джет Кварт, на большую кат-сцену, так скажем. А, ну да, да, точно, во сне еще Кайм видел, что дал присягу Гангоре. И, да, и этот послушал. Вот, а теперь к нам подходит какой-то странный чел. Говорит, доброе утро, а вы должно быть отец мисс Лерум? Мисс Сет связалась со мной. Я здесь, чтобы помочь от... Что? Типа отправить последний путь, что ли? Лерум. Where's mom going? Куда мама ушла? Она вернется в мать океан. Который унесет нас.
от этой земли далеко. Да, забавный наряд для гробовщика. Even though her body goes to the sea, you will still have your spiritual bond with her. Ну, даже когда ее тело унесет за океан, вы все еще духовно будете с ней. Spiritual bonds? Yes. Духовная связь? Да, ваши души, как матери и сына, будут всегда соединены. Даже когда тело исчезнет, связь бесконечна. Мне нужна помощь семье, чтобы дать мисс Лирум соответствующие... Что? Ну, чтобы попрощаться. Да, мне тоже снап был, это странно, но ты учитываешь снап, что это японцы. Что мы должны делать? Ну, ничего сложного. Нам нужно цветы. Для украшения мисс Лирум. И факелы, чтобы осветить. Что еще за сэндов? А, ну чтобы осветить проводы огнем. Я поняла. Я достану много цветов. Так что мама будет выглядеть очень... Не понял. Ну, непонятно, как дословно, но красиво, да. Тогда, если вы... А, тогда вы позаботитесь о факелах. Ну, позаботьтесь о факелах, пожалуйста. Позаботитесь. You all right? Ты в порядке? Yeah. Да, но... I wanna do something too. Я хочу кое-что сделать тоже. Certainly. I'll have you help me later. Ну, конечно, вы поможете мне позже. Well then. The first thing is to gather the flowers. Хорошо тогда. Первая вещь... Ну, первым делом соберите цветы, пожалуйста. Когда соберешь 10 цветов, белых цветов. А, ну короче, он подождет, пока он соберет 10 белых цветов для декорации мисс Лирум. Да ладно, это что, мини-квест, что ли? Это вот типа таких. Да, 1 из 10. Лезет в меню. У нее 230 хп и 100 мп. 15 левел. Вот так она нормальная. Тор, ты пропустил. Это дочь Кайма. Ну,
Ну да, походу так. Он обещал позаботиться о них. Ну, Снап, ну ты прям уже спойлеришь, пожалуйста, ну зачем? А, да, внучка, внучка. Нет, почему очевидно его? Чего вдруг очевидно? Ну, очевидно, что это когда-то произойдет, но не факт, что во время игры. Не, ну бегают они, конечно, как сумасшедшие, когда нажимаешь эту кнопку. Там, сломя голову просто. Ну, я тоже не знаю сюжета. Так, ну, как бы это догадка, спойлер, разве нет? Ну, типа, кто-то, может, об этом даже не думал. 5 из 10. Нету. Ой, где? Потерял. Соник. Ах, что тут Соник. Семь из десяти. Сюда, кстати, я вроде не мог пройти раньше. 8 из 10. Снап, ну вообще да, я вообще странный, только сейчас заметил. Я не понял, а что, цветов ровно 10, что ли? Прям как точно, да, выросли. Нет, даже 10-го не вижу, где-то пропустил, походу, или еще раньше надо смотреть. А, вот здесь, может? Нет. Давайте эту грядку срежу. А, мужик пока шел, посчитал. Ну да, хоть какое-то объяснение. Ну, правда, они не возле дороги уже растут. Все, 10 из 10. Окей. Достаточно. Какими путями шел? Не, ну вообще, а, ну путем, да. Да, собрала цветы.
достаточно, чтобы отправить мисс Лирум в ее последнее путешествие. All right, Mr. Kime, please gather the branches for the torch. Хорошо, мистер Кайм, пожалуйста, соберите мне ветки. Что? А, для факела. Десять веток. Каких веток? Оо, к чему этот квест? Не, ну как бы, а, вот этих веток. Не, ну как бы, блин, не очень вписывается, если честно. Не, ну хотя бы, ладно, один. Драма, ну смотри, если бы здесь сейчас сюжет какой-то раскрывался, например, они вдвоем бы там бегали с кем-то или втроем и рассуждали бы, да, почему-то, ну да, я понимаю. Ну вот, вот часто как бы, ну что. Ладно, не буду придираться больше. Ветка. Еще вот немного раздражает, здесь очень часто бывают сообщения, которые нужно дождать, пока напечатаются, чтобы переключить, хотя они не такие важные. Например, вот это вот 5 из 10, но можно было где-то всплывающим текстом написать там над персонажем, например, так хоп, быстренько всплыло и все, чтобы не нужно было ждать и нажимать. Над ним корпела целая студия, понятно. Это увеличение продолжительности геймплея называется. Да-да, вот 60 часов игры нужно же оправдывать. Ну, управление не напрягает, музыка приятная играет, графон приятный, так что, в принципе, мне как бы не доставляет это какого-то неудовольствия особо. Нормально, зато как бы не надо сейчас переводить ничего с английского, никаких боёв сложных, просто такое, передышка такая. Ну, часто, конечно, загнул. Все подготовлено, чтобы... Да, мисс Лирум. Давайте начнем. Все ждут, чтобы... Ну, последний путь, короче, отправить мисс Лирум. Ну, отдать последние почести. Я не вижу Мака нигде. Он что-то сказал какое-то место и убежал. Не беспокоиться. Я твой дедушка. Можешь звать меня Грэндпа. Ты моложе мамы? Выглядишь. Wow, look at that, Seth. Kime's actually being nice. Huh. Well, he is a grandfather with his grandchild. Wow, I guess getting grandchildren can really change a guy. I don't think it's quite like that. Типа дети могут изменить человека. I think I've got a pretty good guess where Mac went. Where? To get those flowers. I see. See, for us, we figured that as long as those flowers were blooming,
Mom would stay healthy. So you protected them? Yeah. Mac and I, we both knew that Mom wasn't well. We wanted to stay together, even if it was just for a little longer. So we would pray to those flowers every day. Cook! The flowers. I thought I could show them to Mom. But they've already wilted. Those flowers. Wasn't it important to let them keep blooming naturally? Didn't your mother also say that? Well, wilting is something natural too. I thought they would cheer her up. I never let anyone step on them. You dummy. Did you think this would make Mom happy? But these are Mom's favorite flowers. And they were also there when I parted ways with Miriam's mother. Your grandmother. Huh? The fact that your mother treasured these flowers was probably tied to memories of those times. I'm sure your mother would understand your feelings. And I can understand them too. You're a good person, Mac. You're nice too, Kyle. I am. Yep. I thought that about you just now. Is that so? Go show them to Lyra, Mac. Снап, кстати, motion по Токеру и ушел там. Помнишь, об этом говорил с путешествия? Ну или просто кинул, как обычно. А вообще нормальный вопрос. Мистер Кайн, take hold of the ribbons, please. А, не кремируют? Подержите эту ленточку. These ribbons are the only thing that tie us, the living, to Miss Lyrum, the deceased. А, эти ленты только одна вещь, которая связывает нас, живущих, и Мисс Лирум. Умершая. Не знал просто это слово Десуэсет. Мисс Лирум сейчас начинает новое путешествие. Наша последняя, наш последний долг — это разорвать наши связи с ней в форме этих ленточек. Пожалуйста, смотри, Мак. He shall give us the courage to sever these ties. That is his role. Он должен дать нам. А, он. Иметь мужество, чтобы оборвать эти связи. Это его роль. Он должен разорвать свои связи с мисс Лирум, пока его бессмертная любовь к ней осталась в его сердце. You
Jesus said that even if we have to cut our ties, we still have our spiritual bonds, right? Ты сказал, что даже если мы разорвем наши связи, мы все еще имеем духовную связь, правильно? Yes, those bonds are eternal. Да, это связь бесконечна. Let's send Miss Lyrum off. Сейчас давайте отпустим мисс Лирум. Many ribbons from Miss Lyrum have been passed to her father. When all of them have been severed, Miss Lyrum shall begin her journey out into Mother Ocean. Много ленточек от мисс Лирум были пропущенные к ее отцу. Ну, в общем, вот эти вот, ну, понятный смысл, короче, понятен. Много там ленточек. Когда все они будут разорваны, мисс Лирум начнет свое путешествие в Мать Океан. Mac, with the lit torch you carry, trace the movements of the wands the Будь осторожен со своим факелом. Следи за перемещениями. Что, следи за перемещениями палочек? Присутствующих на волнах? Ну, блин, не понял. Those movements will convey the attendees' wishes and parting words to your mother. Эти движения передают участники. А, с пожеланиями и словами твоей маме. If you perform a move incorrectly, the attendees' good wishes will not be conveyed. If that happens, try again to match the movements of the attendees. Если вы выполняете движение неверно, выполняете движение неверно, участники добрые пожелания не будут переданы. Если это случится, попробуй еще раз. Trace the movements with your flame, the attendees' torches will light up. Когда ты корректно выполнишь эти движения с твоим огнем, ну, твой факел загорится. Да, походу, ну не квест, а это, ну, типа QTE, ну типа того, да. Then the attendees will sever the ribbons with their flames to represent their own connections. And to make their unseen bonds eternal. Ну, понятно. When all of the ribbons are severed, Miss Lyrum will start her journey. Когда все ленточки будут, ну, разорваны, она начнет путешествие. Ты готов, Мак? It is time, everyone. Время пришло. Let us sever our physical ties. Давайте разорвем наши физические связи, Мисс Лирум.
церемония будет продолжаться традиционным методом. Не понял. Ну, проводы умершего. Участники будут зажигать факела и использовать их, чтобы зажечь ленты гондолы прикрепленной. Мак, это твоя работа зажечь всех участников. Подожди. А, факелы всех участников. Нет, Снап, ты видишь, там ленты еще прикреплены к столбам. Лерум был хорошим человеком, так что давайте начнем. После выражения наших наших соболезнований участники выдвинут свои факелы вперед. Двигай свой факел вправо и принеси свой огонь к связи с наконечнику факела своего партнера. Так. О боже. Так. Да, ты чем ты почёшь? Так, на этот раз подвинь факел влево. Движение обрежет президент. Так. Ну, гад дело. Далее ты должен поднять свой факел вверх. Так это еще и обучение, что ли? Теперь ниже. Так, ну все, был подожжен. Скажи свои последние слова твоей матери. Оставайся сильным, хорошо? Помни, что Куки с тобой. Твоя работа теперь двигать факел вокруг света своего партнера, факел своего партнера. Тебе нужно с чего? Блин, я уже не понимаю. О, блин, Снап, ну тут уже даже мне смешно стало. О, блин. То есть тебе нужно заплатить внимание своему партнеру. Каждый номаран должен двигать этот
ее факел в другом направлении. С древних времен каждый Нумаран, семья Нумаран, имеет свой кастомный этот месседж умершим. Ну, короче, последний почт. Ну, забыл, как там это повторяю. Уже 100 раз переводил, это понятно. Не, реально, вот сколько на эту, вот начиная с катсцены, как я зашел в дом, и до сего момента, сколько прошло времени, по сути, как бы из ничего сделан геймплей. Если ты не можешь зажечь факел в первый раз, попробуй повторить несколько раз, так, важной вещью является... Короче, понятно. Хотите услышать это снова? Нет. Ну, мои соболезнования, ваши потери. Если вам нужно что-то еще, просто спросите. Не стесняйтесь. Ну вот легко, а в чем проблема? Лерума расширила ее kindness, доброту. А, ну не расширила, распространяла свою доброту на всех. А, помогала моей семье. И я это очень ценю. Я, может быть, последний в своей семье. А, но я все еще хочу увидеть... Ее это как это сэнгфу, странное слово. Благодарный. Тор, по секрету, это первый диск, походу, еще идет. Личностью, ну, персоной, не знаю, как персона называется. А, снап, ну там тоненькие, вероятно, эти ленточки, они очень быстро перегорают специально. Я знал ее... Я знал ее плохо, но я никогда... никогда не утверждал, что это было быстро, что... Ну, снап, микро, он, наверное, это... Тоху на лунатике проходит. Thank you.
Я всегда смотрела на Лерум как на женщину. Я бы не возражал, если бы она... Я бы не... хотела бы иметь такую же мать, как она. Ну, это для меня дорогая потеря. Я хочу увидеть ее улыбку еще. А, относилась как к матери. Ясно. Микро. Айрум была удивительной женщиной. Я уверен, она... что у нее было то довольно грубо. Вообще не понял. Ну, в общем, улыбка у нее всегда была яркая, улыбчивая. Что-то там херов. Так, это куда? Это вверх, что ли? Или а, нет, это вниз, да? А, с ней стучались тяжелые вещи, но она была светлая и весела. Вот и все. Это было хорошее зажигание. Ну, перевод в стиле. Это. В стиле ПС-овского. Поджигай нормально? В смысле, а как? А я что, не нормально? Сейчас время сказать мои прощания. Я уверен... будет одинок без Лерум рядом. Вот Снап пришел, всю атмосферу испортил. А он нормально за одну ленточку держит? Она точно такая крепкая? Такой позор, что она была так молода. Давайте обеспечим твоей матери не беспокоиться, что мы будем опять херов. Я не знаю, как это перевести. Ее от.
А, ну то есть понятно, а веревки они потом тоже поджигать будут эти? Хорошая работа. Ну, типа, ты хорошо работаешь с огнем. Я уверен, Лерум будет поддерживает. Вне себя от радости. Видеть, как ее дитя. Ну, короче, зажигает. Вот мои финальные слова. А, ну да, веревки-то держит. Тем более она на суше валяется вообще-то. Since the funeral began. It's so strange. I don't know why I can't cry. You seem so calm. Kayum. Was your mother happy? She was happy. Она была счастлива. Had lots of friends. У меня было много друзей. Dad was a really great person. А, отец был очень хорошим человеком. Even the queen cared about her and helped her out a lot. Даже королева заботилась о ней. She always missed her time. And grandma. Ей всегда не хватало тебя, Каем, и бабушки. You don't cry anymore, do you, Kaim? You're strong, Kaim. I heard from Mom that you are immortal and invincible. It's amazing. Not dying. It's really great. Not necessarily. Why not? It means I see so many people that I care for pass on, like your mother. You've seen it a lot? Yeah. To lose count. That's why you got so strong. But it must hurt. It does.
I want to grow up to be strong like you, Kaim. Even if it hurts. Even if it's tough. I won't cry. I'm gonna be strong. Because of her, the flowers are better. Mom is close, and she hears what we say. It must mean she's with us, Cook. That's impossible. Hey, Kai, can't you get your memory back instantly? I mean, that would save a lot of time. Oh, you are so stupid, Jensen. Are you for real? You don't understand. Kai! I care, too. You don't say. What's wrong? Look at this. Mac went on again, and here, read it. I'm going to meet Mom in the Crimson Forest. I want to show her these flowers. Crimson Forest? Он бежал в Crimson Forest. Ah, kids. It's supposed to be a place where you go to meet the souls of the dead. But типа место, где встречаешь душу умерших. Go in there. Oh, but he went anyway, huh? That little... Ugh. I'm gonna go look for him. Wait, Cook. Wait. It's too dangerous. Очень опасно, подожди. I'll go with you. Я иду с тобой. We'll go too. Мы тоже идем. We no. Что, are you мы, saying no, we? Ты сказал, мы yeah, или я? Look, it, you know the queen says don't go in the forest. I think she's very wise. I don't think we should go to the forest. I'm going to stay here and support the queen. Would you quit whining? No. Save me, oh my queen! Shut up and get moving. Oh, hey. Let's go. Man, I'm so not rested. Gee, it was another hike. Oh boy. Ну, короче, для тех, кто не понял, суть диалога ну, этих брата и сестры была с Каймом в том, что ну, он говорит, типа, ну, ты крут, ты бессмертен, да, блин, это же офигенно. А Каим говорит, нет, это не очень, потому что как бы он видел очень много смертей, вот таких, как этот, ну, типа, когда близкие какие-то люди или друзья умирают, в том числе от старости. И уже как бы это продолжается на протяжении много времени. Ну вот, а сейчас этот маг убежал в лес. Ну и как бы... Ну типа там надеется увидеть... ну там типа по слухам духи умерших. И он там, видимо, надеется с матерью встретиться. Я у них пока обчистил дом. Ну это же мой дом теперь. Правильно? По наследству передается все дела. О, там целый 1 рубль. О, могу бесплатно сны смотреть, да? Ну, а в меню, скорее всего, наверное, все сейчас будут, да, 5. Я посмотрю. Ну, сейчас сохраню. А, что? А, вон она уже принарядилась. А, ну, 4, в смысле, да, 4. Thank you.
Вот. Да, четверо. Еще раз меню открою. И она, я так понимаю, как бы смертная. Да. Да, она смертная. Вот. И на этом я стрим завершаю, соответственно, уже 4 часа прошло. Продолжим в следующий раз. Ну, да, Снап, займемся этим уже на следующем стриме. Если есть вопросы, замечания, предложения, жалобы, как обычно, можно писать в чат. На этом заканчиваю. Всем пока, спасибо, что смотрели.